Уважаемые участники, я очень рад возможности выступить с докладом о немецком законодательстве в сфере банкротства в рамках осенней школы, организованной в команду Российской ассоциации юристов. Для меня присутствовали различные темы. Они в основном касались корпоративного права, а вот гражданского права при этом особо не затрагивалось. Поэтому сейчас я хочу рассказать не только о законах о банкротстве, но и о месте общей системе законодательства Германии. Как обычно, в подобных случаях хочется начать с благодарности. Сегодня у меня их три. Во первую очередь хочу сказать спасибо Германо-Российской ассоциации юристов и особенно профессору Райну Веде, без которого это мероприятие не состоялось бы. Я также очень благодарен вам. Вы своим участникам показываете, что опыт нашей страны представляет для вас интерес. Вы наверняка знаете, что Германия, будучи частью Европейского Союза, имеет собственные правовые нормы и историю права. Но эти нормы вот уже 63 года действуют наряду с нормами Европейского Союза. Это позволяет гармонизировать европейскую экономическую зону. Разные идеи правового пространства Европы так тесно спелись, что иногда отследить происхождение норм уже невозможно. Вы наверняка об этом слышали или еще услышите в ближайшие дни. Я хочу обойти благодарностью и Александру Комарову, которая помогла мне с подготовкой к этому выступлению и сегодня тоже здесь. Я владею русским не в полной мере, поэтому очень рад, что у меня есть поддержка профессионального переводчика. Это будет особенно полезно во время дискуссии. Прежде чем я перейду к своей теме, позвольте мне кратко представить. Меня зовут Анна Энгельс, я адвокат из Германии, специализируюсь на реструктуризации санации в банкротстве. Я работаю юридически в фирме Görg в городах Köln и Frankfurt. Görg – фирма среднего размера, у нас работает 300 адвокатов. Свои первые шаги в области банкротства я сделал 20 лет назад. Тогда действующий немецкий закон о банкротстве был только тот принят. В 2007 году я приступил к ведению дел о санации и реструктуризации уже в качестве адвоката. С 2009 года по сегодняшний день я работаю в команде, которая занималась крупнейшим в Германии того времени делом о неплатежеспособности Arcando AG, более известным фамилии под именем Karstadt и Quelle. Уже много лет я консультирую предприятия и их руководителей по всем вопросам, связанным с предстоящим банкротством. Я также консультирую по вопросам подачи обязательного заявления о банкротстве. Кроме того, я представляю судебные процессы интересы кредиторов. Основная тема моих публикаций о банкротстве – это налогообложение в процессе банкротства. Наши юридические фирмы занимаюсь внешередним правил ISO 9001, потому что являюсь ответственным лицом по управлению качеством. Есть особая задача, которая состоит в том, чтобы помимо освещения законодательных аспектов банкротства решать практические вопросы ликвидации. С 2019 года я работаю с проектом Pavo Justice. Представлю консультации в процессе анализа и реформирования законодательства в сфере банкротства. Таким образом, у меня есть практический опыт арбитражного управляющего в Германии, я консультирую по вопросам санации, а также анализирую законодательство. Моя лекция построена на действующем законодательстве. С 1 января 2021 года кое-что изменится. Что именно пока непонятно.
законодательный процесс еще продолжается. Эту клетку я видел в прошлом году в одном из ресторанов Львова. Это торговая тюрьма. Раньше должников запирали на такие клетки, и они сидели там до тех пор, пока не выплатили долги. Однако неизвестно, работал ли такой подход. Спросить тоже уже никого. Кстати, мы тогда не рискнули проверить, действуют ли те же принципы сегодня. Счет в ресторане оплатили. Возможно, как раз на это и был расчет. На устрашение. В Германии в своем время такие клетки тоже использовались. Несостоятельность и рабство, как ее следствие, были известны еще во время римского права. Тем не менее, со временем стало понятно, что человек в рабстве не может погасить задолженность. Поэтому нужно было найти другие способы ликвидации задолженности. В Германии первый закон о банкротстве был принят в 1877 году. Положение о банкротстве. Тогдашней Германской империи впервые было единообразное урегулирование равного удовлетворения требований всех кредиторов. И в то же время возникли правила оспаривание и субсидианию ответственности. В 1935 году был принят еще один закон, так называемое положение об урегулировании. Несмотря на господство сомнительных или откровенно людских политических взглядов того времени, идея о ликвидации долга путем урегулирование конфликта кредиторов и должника первого плотилась в виде закона. Этот закон, так же как и положение о банкротстве, были ощущены от российских идей своего времени и оставался в силе даже после создания Федеративной Республики Германии. В 1990 году на территории тогдашней ГДР выступило в силу положения о принудительном исполнении судебных решений. Это был более прогрессивный закон, в котором идеи предыдущих законов получили логическое развитие. Это проявляется в том, что в законе было изложено много зрелых соображений. Тем не менее, единое мнение на эту тему еще не сформировалось. Таким образом, эти новые соображения прошли тестирование на практике на территории бывшей ГДР. В 1994 году было принято новое положение о банкротстве, которое выступило в силу 1 января 1999 года. Идеи предыдущих законов были модернизированы и включены не в этот закон. При этом в него вошли и новые положения. Например, план банкротства и ликвидация задолженности физических лиц. Это был последний случай в новейшей истории Германии, когда закон выступил в силу через почти 5 лет после его принятия. Но чтобы все заинтересованные стороны смогли усвоить изменения и новые положения, был необходим такой длительный подготовленный период. Новым принципам, работе и задачам нужно было адаптироваться и судьям, и юристам, и адвокатам. Арбитражным управляющим тоже надо было обратить внимание за новые задачи. Особенно интересно, что в этом законе были созданы новые профессии. Например, долговой консультант. Долговой консультант помогает физическим лицам подготовиться к процедуре банкротства, помогает правильно оформить и подать соответствующие заявления. Эти услуги оплачиваются преимущественно за счет государства, как и все процедуры, связанные с банкротством физических лиц. Но вы, наверное, об этом уже знаете.
Спервого января 2021 года ожидается появление консультанта по реструктуризации. Он должен представлять интересы мелких кредиторов до банкротства предприятия и одновременно обеспечивать достижение правильных соглашений между заинтересованными сторонами в процессе последующей реструктуризации. Последний раз закон в Германии о банкротстве кардинально менялся в 1999 году. В начале следующего года ожидается подобное изменение. Тем не менее, ко всем делам, открытиям до выступления в силу нового закона, должно применяться действующее законодательство, поэтому важно в нем разобраться. В немецком контексте закона о банкротстве является частью исполнительного права. Однако, в отличие от принудительного исполнения в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, это не отдельная исполнительная процедура, а полное принудительное исполнение в отношении активов должника. В соответствии с частным правом Германии должником может считаться кто угодно, как либо физическое, так и любое юридическое лицо. Однако юридические лица публично право редко становятся объектом производства по делу о несостоятельности. Производство по делу о несостоятельности обычно делится на следующей фразе. Открытие производства и собственное производство. Альтернативно существует процедура самостоятельного управления. В случае производства по делу о несостоятельности частного лица может еще применяться так называемая процедура освобождения от статной задолженности. С 1 января 2021 года будет добавление еще и так называемая процедура предварительной несостоятельности. Но сегодня мы поговорим особенно только о процедуре банкротства юридических лиц. При этом мы изначально исходим из предусмотренного законом основанного производства так называемая стандартного производства. Позже я отдельно рассмотрю другие процедуры самоурегулирования и план банкротства или план реструктуризации. Зачем вообще нужно банкротство? Все, как вы уже знаете, что согласно гражданскому праву участие в правовых отношениях осуществляется в основных договорах. В рамках договора стороны обмениваются друг с другом услугами. Зачастую одна сторона фактически должна представить услуги, за которые другая сторона должна предоставить оплату. Этот платеж, также называемый вознаграждением, обычно производится только после оказания основной услуги. Если вторая сторона не может произвести оплату, то первая сторона в соответствии с гражданским правом может подать на нее в суд. Если платеж не будет произведен, даже после соответствующего решения суда, есть еще возможность отдельного обращения взыскания. Однако одно даст плоды только тогда, когда у второй стороны еще есть достаточно активов. Если активов недостаточно, для защиты других кредиторов существует также возможность подачи заявления о несостоятельности. Мы рассмотрели предпосылки подачи заявления об открытии производства по делу о несостоятельности другой стороны.
Cijel procedure bronhodstva ravnomerno raspredeliti imejušice se aktive mešto svimi kreditorami. Eta neprodimo dla tavo, štobe izbežati soperničestva kreditorov. Slučaje jedino premenoje, prinutilnovo izpolnenje dejstvujut prioritetnost kreditorov. Eta privodi k tomu, što aktive dostajut za prvim kreditorom, a vse posledne posledujušije mogit izpolzovat tolka оставившие часть актива. В результате большинство кредиторов не получается никаких выплат. Целью процедуры банкротства является устранение этой несправедливости. Итак, если возможность подачи заявления до сторонних лиц, то такая возможность должна быть и у самих должников. В противном случае чисто лингвистическое название не имеет смысла. При подаче такого заявления необходимо соблюдать несколько требований. Изначально это чисто формальные требования, например, форма. Даже для рассмотрения заявления о неплатежеспособности судьи сейчас требуют много информации. Раньше было по-другому. В прошлом как индивидуальным предприятиям, так и компании могли подать заявление о неплатежеспособности, просто отправив в суд письмо со словами «Я подаю заявление о банкротстве». Затем судьи должны были рассмотреть суть заявления. Для этого существует принцип официального установление судом обстоятельств дела. Это исключение из обычных правил гражданского процессуального права. После того, что такое заявление подала компания, у которой было 14 тысяч филиалов, 50 тысяч сотрудников и оборот свыше 7 миллиардов евро, законодатель изменил правила. С тех пор даже при продаже таких заявление необходимо соблюдать все формальности. Но когда можно подать такое заявление? На немецком законодательстве предусмотрены три основания для подачи заявления о несостоятельности. Неплатежеспособности, угроза неплатежеспособности и чрезмерная задолженность. Давайте теперь их рассмотрим. Под неплатежеспособностью понимается любое фактическое приостановление выплат. Кроме того, Верховный федеральный суд в своем практикообразующем решении от 24 мая 2005 года указал следующий критерий. Если дефицит ликвидности должника, который не может быть устранен в течение трех недель, составляет менее 10% общей суммы подлежащих оплате обязательств, обычно можно говорить о платежеспособности, кроме случаев, когда есть прогноз, по которому разрыв вскоре превысит 10%. И второй, если разрыв ликвидности должника составляет 10% или более, обычно можно говорить о неплатежеспособности, кроме исключительных случаев, когда с высокой вероятностью, ограничающей с уверенностью, можно ожидать, что разрыв ликвидности скоро будет полностью или практически полностью устранен. А кредиторы готовы ждать в течение разумного срока. При наступлении неплатежеспособности у должника возникает обязательство подать соответствующее заявление. Невыполнение этого обязательства
ведет к уголовной ответственности и дополнительной личной ответственности руководства предприятия. Я об этом еще услышал. Угроза неплатежеспособности. Согласно действующим требованиям, угроза неплатежеспособности дает право только подать заявление о неплатежеспособности. Если должник в определенный момент в будущем не сможет выполнить взятые обязательства, то в настоящий момент речь идет об угрозе неплатежеспособности. Но обычно происходит так. Срок заключаемых контрактов, если они не расторгнуты, не ограничен. С другой стороны, доход предприятия не постоянен. И точно спрогнозировать его на конкретный момент в будущем невозможно. Это ведет к тому, что в какой-то момент ожидаемого дохода будет недостаточно для покрытия расходов. Подобная сложность прогнозирования и связана с ним неточность регулирования вынудили законодательный орган с 21 года изменить правила. Период прогнозирования будет ограничен 24 месяца. Чрезмерная задолженность. Для этого в торговом балансе прежде всего должен быть отрицательный собственный капитал. Этого показателя торгового баланса обычно достаточно для начала проверки баланса в соответствии с требованием законодательства о несостоятельности. Если баланс также показывает дефицит, который не покрывается за счет собственного капитала в соответствии с этим требованиями, тогда необходимо проверить ликвидность и прибыльность компании в течение настоящего времени 24 месяца. С 21 года должно будет пройти всего 12 месяцев, исключительных случаях всего 4 месяца. С помощью разумного планирования и интегрированного планирования ликвидности компании должно показать, что в прогнозируемом периоде она не теряет деньги и не имеет отрицательные результаты. Короче говоря, у компании должен быть положительный прогноз непрерывности выплат. Как? И в случае неплатежеспособности, в случае чрезмерной задолженности необходимо подать заявление в суд. Что происходит после подачи заявления? Как только заявление о неплатежеспособности поступит в суд, соответствующий судья должен проверить юридическую юрисдикцию этого дела. Речь идет о федеральной земле и конкретном месте. Это необходимо для того, чтобы решение по заявлению принимал только компетентный суд. Этот суд выносит решение, то есть несколько возможные варианты. Отказ, назначение эксперта или постановление о временной несостоятельности. Заявление будет отклонено только в том случае явной неприемлемости. Это происходит тогда, когда не соблюдаются формальные требования. Назначение эксперта всякий раз, когда суд должен провести собственное официальное расследование, назначается эксперт. Это обычно происходит в случае подачи заявления сторонним лицом. Тогда суд, чтобы попытаться получить представление о финансовом положении должника,
прежде всего назначает эксперт. Важное преимущество этой процедуры состоит в отсутствии юридических последствий или обнародования информации. Это означает, что процесс все еще остается относительно закрытым. Заявление о неплатежеспособности еще не вызывает те негативные последствия, которых зачастую опасаются. В случае обращения должника, когда полная информация еще не предоставлена, а суд хочет начать расследование, обычно назначается эксперт. Постановление о временной несостоятельности является обычной практикой. При этом производство по делу о несостоятельности еще не открывается. Однако наступает промежуточная стадия. Ограничиваются как права должника, так и права кредитора. На этом этапе также возникает необходимость обнародования информации о должнике. Само временное управление бывает двух видов. Так называемое сильное временное управление по делу о несостоятельности и слабое временное управление. В обычных случаях в делах о несостоятельности законом предусмотрено сильное временное управление. При этом временный арбитражный управляющий берет на себе процесс руководства предприятием и все решает сам. Однако на практике недостатки действующего правила очевидны. Временный арбитражный управляющий не знает компанию и, тем не менее, должен быстро принимать операционные решения. Это не может принести хороших результатов. Поэтому слабое временное управление, задуманное как исключение из правил, сегодня стало стандартом. В этой процедуре прежнее руководство предприятия продолжает работать, но по любым решениям оно должно получить согласие временного арбитражного управляющего. Сделки, совершенные без этого согласия, не имеют силы. Это позволяет временному арбитражному управляющему узнать компанию изнутри. Однако, помимо продолжения хозяйственной деятельности, временный арбитражный управляющий также должен выполнять требования суда. К ним, в частности, относятся экспертное заключение о причинах несостоятельности и экономического положения предприятия, а также изучение причин несостоятельности. Для этого необходимо регулярно проверить и оценивать активы. Кроме того, необходимо провести предварительное расследование требований к должнику. Заключение эксперта может дать следующие результаты. Активы, необходимые для открытия производства по делу о несостоятельности, имеются их недостаточно. Если активов для покрытия процессуальных издержек, то есть судебных издержек и издержек арбитражного управляющего, недостаточно, производство по делу о несостоятельности должно быть прекращено из-за отсутствия средств. После этого компания подлежит ликвидации без проведение производства по делу о несостоятельности. В противном случае производство по делу о несостоятельности открывается. С открытием производства по делу о несостоятельности полномочия по управлению активами приходят к арбитражному управляющему. Это происходит по решению суда. Функции арбитражного управляющего практически такие же, как у временного арбитражного управляющего.
Задача арбитражного управляющего теперь заключается в коллективном удовлетворении требований кредиторов путем реализации активов и распоряжения берущих доходов. План по существованию процедур банкротства может предусматривать иное. Активы могут быть реализованы разными способами. Возможно, продажа компании, обычно как часть сделки с активами, или отдельная продажа, обычно как часть ликвидации. Чтобы реализовать активы, арбитражные управляющие сначала должны вступить во владение объектом права. Для этого объекты, обременение правами третьих лиц, должны быть отделены. Остальные предметы права подлежат продаже. Кредиторы должны зарегистрировать свои требования у арбитражного управляющего. Для этого они фиксируют свои претензии в помощи формы. Затем арбитражный управляющий сравнивает заявление требования с бухгалтерскими документами должника и готовит экспертное заключение о признании требования. В дальнейшем при распределении выручки будет учитываться только признание требований. В своей работе арбитражный управляющий также рассматривает специфические требования в процедуре банкротства. В этом контексте также важны требования о расторжении договора и другие требования о субсидиарной ответственности. В законе России аспирование является одним из важных элементов. Посылкой для аспирования является деревной является древний принцип римского права – «actio pauliana». Отдельные кредиторы не должны иметь преимущества над другими. Решающее значение при этом имеет факт дискриминация кредиторов и умышленность соответствующих действий. В действующем законе Германии решающим фактором является время. Минимальным уровнем защиты считается знание должника и кредитора, получившего средства о несостоятельности должника. Фактически всегда это средство должно быть возвращено. Максимальный временный диапазон в Германии составляет 10 лет. Если выплата кредитору произошла незадолго до банкротства, а кредитор ничего не знал о предстоящем банкротстве, применяется более высокий уровень защиты. Поэтому средства, выплаченные кредитором ранее, чем за месяц до банкротства, уже не могут, не подлежат аспирированию. Этот вопрос много обсуждали в Германии. У нас хранятся целые библиотеки судебных решений на эту тему. Так что здесь все сильно зависит от обстоятельств конкретного дела и от решения суда. Решающее значение также имеет рассмотрение и утверждение требования по обязательствам к пользу конкурсного имущества. В Германии субсидиарная ответственность возникает не всегда и может применяться по-разному. При этом следует различать ответственность в отношении должника и в отношении кредитора. Для предприятия любой формы собственности действует основная норма немецкого права. Руководителям
предприятие во время кризиса запрещено производить любые платежи. Это касается также выплат акционерам. За последние 10 лет нормы много раз уточнялись, и было принято множество решений. Норма об ответственности изложения в статью 64 закона об ООО дополняется общей обязанностью возмещения убытков из статьи 43 этого же закона. В соответствии с этими нормами руководитель предприятия должен возместить платежи, которые были произведены вопреки правилам добросовестного управления. Если в результате есть своевременные подачи, заявления об открытии дела о банкротстве возник ущерб, руководитель предприятия должен его возместить. При этом есть риск наступления уголовной ответственности, насколько закон содержит соответствующие положения. В настоящее время действие этой нормы приостановлено. Если до банкротства не были уплачены все налоги, руководитель предприятия несет за это личную ответственность в полном обмене. Однако здесь важно различать виды налогов. Также существует риск уголовной ответственности. Если в момент получения кредита, в том числе таванного кредита, руководитель предприятия уже знал, что он не сможет погасить этот кредит, есть риск возникновения ответственности за моженство при заключении договора. В такой ситуации отношение кредитора возникает как гражданская, так и уголовная ответственность. Если социальные взносы не производились, за это может возникать ответственность. Однако такая ответственность рассматривается очень дифференцированно и требует детальной проверки в каждом отдельном случае. В дополнение к вышесказанному может наступить ответственность по этой норме. Но на практике она обычно играет незначительную роль. Тем не менее, в связи с растущим значением соответствия регулятивным требованиям ситуация может поменяться. Если в связи с этой нормой возникает ответственность, то она может быть предъявлена только арбитражным управляющим в отношении руководителя предприятия. Этот вид ответственности возникает на основании всех пассиво. Такая ответственность наступает только в исключительных случаях, которые должно быть хорошо обоснованы. Если акционер обязан сделать внос в частный капитал и еще не выполнил этого обязательства, это должно быть сделано в рамках процедуры банкротства. В редких случаях бывает, что акционер вмешивается в активы должника и в результате последний не может продолжать свою хозяйственную деятельность. В явном случае акционер дает указание продавать активы по заниженной цене. И это приводит к тому, что должник больше не сможет и может выполнять свои финансовые обязательства. Если в течение года предшествующего открытию процедуры конкурсного производства акционер получил погашение по кредитам или
ставленными с ним суммой, они подлежат возврату. После совершения производства по делу о несостоятельности происходит распределение поступления между кредиторами. Для этого арбитражный управляющий представляет на рассмотрение суда заключительный отчет и свой отчет. После соответствующей проверки и прокрытия процессуальных издержек за счет ликвидационной массы ее оставки будут распределены между кредиторами. После этого производство по делу о банкротстве будет закрыто. Альтернативным способностям завершения производства может стать план банкротства. В этом случае должник освобождается от задолженности и может продолжить работу. Предварительным условием для этого является план реструктуризации банкротства, который утверждается большинством кредиторов и затем судом. План банкротства всегда должен быть более выгодным для кредиторов, то есть предоставлять им более высокий процент, чем ликвидация. План банкротства часто является частью процесса самоурегулирования. Руководство предприятия должника остается неизменным и только получает оперативную поддержку опытного в вопросах банкротства лица. Право кредиторов защищает арбитражный управляющий. Он также занимается рассмотрением споров и исков о субсидиарной ответственности. Изменения в связи с пандемией COVID-19. Немецкие власти приняли много разных мер. В качестве таких мер были предоставлены многочисленные кредиты, гарантии и другие виды государственной помощи. На слайде представлен образ этих мер. К сожалению, графика была опубликована только на английском языке. Кроме того, компании начали самостоятельно создавать ликвидность. Для этого они приняли меры опасования на этом слайде. Оппозиция различия между происхождением средств. Один меры могут укрепить собственную ликвидность. Для других нужны финансовые помощники. Законодатель также приостановил необходимость выполнения некоторых обязательств. Поэтому в настоящее время в Германии ответственности за необъявление банкротства не наступает. Это правило действовало до конца сентября 2020 года. С 1 октября этого года неплатежеспособные компании должны снова подать соответствующее заявление. С 1 января следующего года ведет новое дополнение редакции Кодекса о банкротстве. Срок действия специальных правил истекает не позднее 31 декабря 2021 года. Так, я сейчас рад, если есть некоторые вопросы, ответить на этот. Саша мне, наверное, в этом поможет, чтобы... Потому что она все читала. Да, есть вопросы, их тут много, достаточно вижу в разделе вопросов и ответов, уже 14 вопросов, так что можем начать. Наверное, ну, вот я не знаю, как лучше поступить, наверное, я буду просто на английский, да, сразу переводить. Okay. The first question was about the personal liability of the manager in case of bankruptcy. It's not formulated well, as you can see it here. So just general question.
Would you like to skip it or? Да, у нас есть полная ответственность директора, если он или она не делает все по плану. Я уже сказал, там были некоторые слайды, где написано все эти нормы. Mm-hmm. Хорошо, тогда следующий вопрос about, it's about limitation period in terms of holding the deeds invalid. What's the limitation period to hold the deeds invalid? I don't get the question. Oh, okay, maybe I will put it this way. How long is the period within which a deed, a signed contract, would be held invalid? That's what was asked so far as I'm concerned. Okay, there is nothing to get invalid. So if you use usual civil procedural things, you have lots of issues, but I don't get the question how it belongs to the insolvency. Maybe это был вопрос от господина Калтая Калякпарова, извините, про исковую давность, и Арна говорит, что не очень понятно, что имеется в виду, вроде как по ГПК нет никакой исковой давности в отношении сделок, совершенных в процессе признания несостоятельности. Okay, I guess we should move on. The next question about the conditional or contingent claims. Whether a creditor gets a right to have his or her claims satisfied if this condition is happening. So a condition happens and is a creditor going to get their claims satisfied? If the condition is set within the restructuring plan, yes. If the condition is set inside a contract, usually also. Да, если это условие прописано в условиях контракта, в контракте, или если оно прописано в плане реструктуризации, то да, получит кредитор, его требования будут удовлетворены. One more complementing question to this one. Could you recommend some literature about conditional claims in English, German, or French? Please send me an email later on, and I'm happy to send you the, so you can find my email over there. Окей, это был вопрос от Ивана Черкашина по поводу условных требований, и Арне говорит, что вот сейчас на экране его контактные данные, и, пожалуйста, господин Черкашин, вы можете написать по этому имейлу, и вы получите рекомендации относительно литературы по вашему вопросу. Следующий вопрос от Ульяна Петросяна. It's about disciplinary measures and disciplinary sanctions against a manager of a company that has been bankrupt, recognized bankrupt. And there, if it's true that such a manager is banned from holding this position in the future. Yes, there's a special period. I'm not sure if Tatiana is still available, but Tatiana definitely knows the time much better than I do, but I think it's 5 years. Ага. Итак, был вопрос от Ульяны Петросян по поводу того, есть ли запрет на то, чтобы руководить предприятием в будущем для директора, предприятия которого, текущее предприятие которого признано банкротом. Ответ – да. Арна говорит, я точно не знаю, какая длительность этого периода запрета, но где-то, наверное, 5 лет. Татьяна, скорее всего, знает более точный ответ. Следующий вопрос. Next question from Виктор Шаронов. It's about single housing of physical entity, whether it's possible according to German law to recover or collect this property as a single housing.
within the bankruptcy proceeding. Yes, you can sell it if it's, but usually the single housings are owned by banks in Germany, so the bank has the first rights in REM. Да, это был вопрос вот по поводу того, можно ли взыскать единственное жилье у физического лица в процессе производства. И ответ – да, можно, потому что, как правило, жилье принадлежит банку, и у банка приоритетное право, соответственно, на все манипуляции с ним. Следующий вопрос – it's about running for an office. For president's office or any other office, whether it's possible for a physical entity to run for office after they have gone through the bankruptcy proceeding. Yes. Да, ответ да. Может физическое лицо, которое прошло через процедуру банкротства, баллотироваться в президенты или депутаты. Следующий вопрос от Виктора Черненко. Арне, it's in German, you can read it and give your answer. I've not opened. Okay. В чем разница между временным конкурсным управляющим и, я так понимаю, Sachwalter und Insolvenzverwalter? В чем разница? Okay, there is, у нас есть две разные слова сейчас. Есть арбитражный управляющий, который называется Insolvenzverwalter. И есть еще какой-то, в принципе, то же самое период, который называется Sachwalt. The first one, the insolvency administrator, is bound within the regular insolvency proceedings. The so-called Sachwalter is only within the debtor in possession proceeding, and he is watching on behalf of the creditors that everything what the debtor is doing is compliant to the laws. Mm-hmm. Und Eigenverwaltung und Eigenverwalter is similar to Sachwalter, richtig? No, that's a third person. Eigenverwalter, that's usually the name of the person with bankruptcy experience inside the company. Okay. Значит, был вопрос от Виктора Черненко по поводу трех терминов из немецкого законодательства: Insolvenzverwalter, Sachwalter и Eigenverwalter. Это как бы первые два больше похожи друг с другом, но первый термин Insolvenzverwalter это стандарт, это арбитражный управляющий, который, как правило, звучит и фигурирует в стандартной процедуре, в стандартном производстве. Sachwalter это нечто похожее, но ближе, как бы более актуально для процедуры самоуправления должника. И последний термин Eigenverwalter это внутри предприятия человек, у которого есть опыт и знания на тему банкротства под этого производства, и он как бы консультирует предприятие, собственное предприятие. Так. Следующий вопрос от Константина Пападопулоса. What exceptions are there for the precedence of claims? And are any of these claims to be moved down the list? That's the question. У нас в 99-м году сделали полную, они сделали совсем новые системы, поэтому у нас сейчас вот так происходит. Сначала надо платить издержки судья и арбитражного управляющего, и если есть что-то после открытия процедуры. А все кредиторы, которые let's move to English. But all the creditors are ranked in the same rank, so we don't have anything like tax authorities or workers in first or second rank. So we have only one rank regarding this one, but there are, of course, claims of there are claims that are below our ranking, but these are not very serious ones.
В общем, по текущим правилам ни у каких кредиторов нет приоритетности. Как правило, все они им равнозначны, их требования равнозначны. Ни у налоговой службы, ни у кого нет приоритета. Есть какие-то небольшие, конечно, кредитные требования, которые совсем маленькие, тогда они сдвигаются вниз списка, но это как бы редко случается. Следующий вопрос от Елизаветы Осининой. It's about rehabilitation procedures, and the question is if rehabilitation is used frequently in Germany, and whether you consider these procedures efficient. That's basically the question. First thing, there are two different parts of rehabilitation. We have rehabilitation of person, of natural persons, and the other one is rehabilitation of juridical persons. The second one is done quite oftenly, and it's working quite good. Yes, I think that's a very good idea to keep businesses ongoing. Otherwise, you would have to close them directly. So that's a very good idea, but you have to be very careful in using it. For the first one, like natural persons, that's not a legal question in most of terms. It's more a social issue that you want to become people again part of the society by getting rid of their debts in a very sufficient time. Ответ на вопрос Елизаветы Осининой такой. Если говорить о санации, то эти процедуры можно рассматривать в аспекте двух частей. Это физлица и юрлица. В немецкой практике санация в отношении юрлиц проводится часто и достаточно эффективно. Здорово, что есть возможность у бизнеса получить поддержку и восстановить свою платежеспособность. Ну, конечно, определенные меры предосторожности в этом случае нужно принимать. А что касается физических лиц, то это скорее не юридический, а социальный вопрос, потому что здесь речь идет о том, чтобы помочь человеку закрыть свои долги и реинтегрироваться в общество. Следующий вопрос от Виктории Жданович. How often do you see in your practice cases of subsidiary liability of shareholders or founders of a legal entity? Very seldom. И ответ очень редко в моей практике встречаются случаи привлечения к субсидиарной ответственности участников учредителей ООО. Следующий вопрос от Юлии Старченко. Why is this regulation about the sanctions for untimely application about insolvency is suspended? Is it related to COVID or is it somehow systemic change? No, it's just due to COVID, let's say, because for the first period, it was just too difficult to know exactly what's happening. So they started in March and they are trying to get rid of it as soon as possible. Ответ на вопрос Юлии такой. Эта норма приостановлена, привлечение к ответственности за несвоевременную подачу заявления о банкротстве, она приостановлена именно в связи с коронавирусом. Она была приостановлена в марте и пока что действует. Как только соответствующие органы примут решение о том, что это уже не актуально, норма будет приостановлена. Следующий вопрос тоже от Юлии Старченко. The question is as follows. Do I understand correctly that the debtor's assets are distributed among creditors once the administrator approves that? Or are the assets first distributed and then the administrator just keeps record of that in his or her report? So the question is about this distribution. Yeah, I get the question, but I think there's some greater misunderstanding because the creditors are not getting anything. They're just getting money later on, except they have rights in REM.
Я понял вопрос, но тут системно как бы по-другому нужно его было бы ставить. По сути, кредиторы не получают ничего, они только позже получат какую-то часть денег, кроме тех случаев, когда оно отягощено, конкретное имущество отягощено этими долгами. Последний, да? Хорошо. Последний вопрос будет от Игоря Аносова. Whether there is any difference between subsidiary liability and collecting damages from the administrator. Is there any difference? Subsidiary liability or, and collecting losses from administrator. In legal theory, yes. In the result, no, the director has to pay. Ну, типа, в юридической теории, да, но на практике все равно управляющий должен платить. Так, к сожалению, я, у меня уже знаки есть, потому что мы закон мы закрываем на времени, поэтому, к сожалению, времени нету на ответить на более вопросов. Если у вас еще есть, пожалуйста, пишите через e-mail, там все написано на этом слайде, там все баркоды есть, можете, поэтому мне сейчас остается только пожелать вам всего самого лучшего и сказать спасибо Александру, Саша, что ты со мной опять.